Мы сейчас не раскрываем содержание интервью, но президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко был абсолютно искренен, как мне показалось. Он был расположен, он не попросил вопросы заранее, он никак не лимитировал меня во времени. Мы говорили порядка 2,5 часов. Была очень хорошая драматургия, и у меня ощущение хорошо сделанной работы, нашей общей работы, потому что интервью – это всегда общая работа. И президент погружался в историю, говорил о будущем, говорил нелицеприятные вещи в отношении Европы, Запада. Много было новостей о его личных отношениях с Путиным. Я, конечно, задавал вопросы, как мне показалось, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение у президента. Я пошел на этот риск, но, тем не менее, делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать. Безусловно, это интервью, как мне представляется, дает основания для того, чтобы глубже понять логику действий президента и логику белорусского народа, когда он поддерживает президента. В ходе этого интервью у нас появляются аргументы для того, чтобы понять, почему у белорусского народа такая логика и такое отношение к своему лидеру. Мы ранее не встречались, это первая наша встреча. Вот. Так что для меня, вообще, честно говоря, это человеческое открытие.